Эльдар Кириченко в фильме «Ночной звонок». Мне позвонит Маша ночью в 4 утра. И расскажет мне о том, как чесалась пизда. Чесалась пизда. Мне позвонит Маша ночью в 4 утра. Я не помню, сколько спермы впитала рука. Впитала рука. И расскажет мне о том, как чесалась пизда. Чесалась пизда. Назад ты дебил. Какой ты тупой. Возьми телефон. Она не вернется. Попробуй с другой. Тупой этот сайдик у меня тёлку увёл. Ну сколько, блядь, можно? Ну, Машу, верни. Я так хочу писю со спермой внутри. Чужой. Я помню мгновенье. Он трахал тебя. Я помню, как сегодня дрожала рука.